Картины созданы при помощи ниток и иголки. Автор этих работ – жительница поселка Центрального. В прошлом сотрудник районной библиотеки Елена Русских. Скромная мастерица не готова общаться с журналистами. Свою душу раскрывает, когда берется за рукоделие. Из рассказа Елены Алексеевны я узнала, что она занимается вышивкой уже более 13 лет. После окончания института у нее появилось свободное время, и она решила посвятить его данному виду творчества. Стежок за стежком, и на полотнах распускаются цветы, появляются животные, люди. Мастерица работает в разных техниках – крестом, полукрестом и бэкстич. Елена Алексеевна рассказала, что вышивание помогает ей справиться с тяжелыми мыслями и улучшить свое настроение. Вообще автор работ занимает активную жизненную позицию, является участником мероприятий и выставок не только у нас, но и в Озерницкой сельской библиотеке филиале. Возможность познакомиться с мастерством изящных нитей предоставлена всем посетителям районной библиотеки. А библиотекари тем временем продолжают сотрудничать с мастерами и мастерицами Слободской земли и ждут новых авторов.